Все контейнерные площадки округа переоборудованы по стандартам раздельного сбора мусора. Партийный мониторинг за качеством проведенных работ осуществлялся в рамках проекта партии «Единая Россия. Чистая страна». С 2019 года Одинцовский район, как и все Подмосковье, перешел на новую схему обращения с отходами. За весь технологический процесс от сбора до сохранения мусора в муниципалитете отвечает русский региональный оператор.